поэтическая страна, богатая народными сказками, старинными песнями, говорил Ганс Христиан Андерсен. В детстве он часто слушал сказки из уст мудрых старух, занятых рукоделием. И однажды с ним что-то случилось. «Часто мне кажется, — стал говорить он, — будто каждый плетень, каждый самый маленький цветочек говорит мне, только взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей жизни. И действительно, стоит мне сделать так, как они велят, и рассказ о любом из них готов». Кстати, смотрите, что-то упало с телеги. Да это просто стручок гороха. Крак! Хм. Они как раз пригодятся для моей бузиновой трубочки, сказал мальчик. Лечу, лечу, куда хочу, лови, кто может! Закричала горошина, и след ее простыл. Каморки, на чердаке старого дома жила бедная женщина с больной дочерью. Она бралась за любую работу, стирала белье, чистила печи, чтобы хоть как-то выбиться из нужды и заработать деньги на лекарства. Девочка целый год уже лежала в постели, терпеливо ожидая, когда мама вернется домой, принесет немного еды и поговорит с ней. В тот вечер доктор, опустив глаза, сказал, что он ничем не может помочь. А священник, утешая заплакавшую мать, сказал, там, где бессильны люди, все возможно Богу. Молитесь. Нет ничего сильнее молитвы матери. Сильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, дай мне сил у тебя почерпнуть. Ты склонись надо мной, Боже мой. Она не знала, что вместе с молитвой душа девочки очутилась на небесах, в райском саду. Необыкновенные цветы окружали ее. Она чувствовала, что своим благоуханием цветы хотят исцелить ее. А мотыльки, перелетая с цветка на цветок, зовут, беги же, беги с нами. И среди всех цветов ей особенно полюбился нежный цветок горошка. Он был такой скромный, такой милый. Девочка невольно подняла голову и вдруг увидела ангела. Возьми эту горошину, чудесно долетевшую до неба, и пусть она исцелит тебя. Девочка крепко-крепко сжала кулачок. И вдруг проснулась. Мама, вот горошина, которая меня исцелит. Мне дал ее ангел в райском саду.
Нужно скорее посадить ее в землю. Теперь у меня будет свой маленький садик. Мое земное сокровище. Девочке так хотелось увидеть все, что происходит с горошиной, что она не заметила, как опустила ножки и села. Впервые за долгое время в их доме поселилась Надежда. «Мама, я думаю, что поправлюсь», — сказала девочка. «Горошина, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже начну вставать и выйду на солнце». «Дай-то Бог», — сказала мать, — не смей еще верить такому чуду. Маме, конечно, ни на минуту не хотелось расставаться со своей дочерью, тем более, что начиналась гроза. Но жена булочника велела принести белье к определенному часу, и, не пережидая дождь, она поспешила на соседнюю улицу. Между тем дождь усилился. Молнии сверкали. Ветер так и хотел вырвать горошину с корнем. «Потерпи, я спасу тебя, мой небесный цветок!» И всей душой устремилась к окну. И ножки, которые давно не слушались ее, вдруг пошли. Когда она распахнула окно, цветок встретил ее радостной песней. Солнце наполнило комнату, как в райском саду. И в эту минуту вернулась мама. «Боже, какое чудо! Ты услышал меня!» Это только одна история, рассказанная Гансом Христианом Андерсеном. А про этого мальчика и его зеркальце мы расскажем в следующий раз.